три краеугольных камня, которые формируют движение государства, города, неважно чего. Первое – это власть, второе – это крупный бизнес, и третье – это народ. Мелкий и средний бизнес относится к народу. Если народ бездействует, им управляют две других вершины. Поэтому участие каждого гражданина на своем месте должно быть. Мы живем в одном городе и строим его все вместе. Точка.